день народження дуже особисте свято, тому святкувати його кожен мріє так, як йому заманеться. Президент Федерації гімнастики Харківської області Валерій Зайцев вирішив у свій день народження відсвяткувати його виконанням гімнастичних вправ. Доброго дня, це «Спортивний інтерес», програма про головні спортивні події Харкова. У Совєтському Союзі спорт – це була машина, яка перемалювала всіх. И ну, единицы становились чемпионами, было очень много достойных ребят. Какой-то элемент учим на батуте до автомата, и потом постепенно переносим на дорожку, тогда это более безопасно. Ну, сейчас я учу винт заднее, и два угла я уже прыгаю. В принципе, все, на батуте учу еще два бранжа. И вот это чувство, когда ты летишь, ну, это прикольно очень. Больше я ничего не пробовал, потому что он у нас сломанный и ну, не разрешали. Протоколы чемпионата области Харьковской по прыжкам на мини-трампе. И будем требовать на основании этого уже проведения украинских соревнований. Я для себя сделал традицией встречать свой день рождения. Родился я на Ивана Купала ровно в час дня. Встречать его в кресте. Не стал изменять традициям. В этом году решил важную дату, 45 лет, отметить ну, небольшим маленьким своим рекордом. Не, ну можно было бы, конечно, поэму Владимир Ильич Ленин прочитать наизусть, как это делал наш тренер Евгений Борисович Москвин. У меня с поэзией не очень, поэтому единственная форма проявления – это спорт, потому что спорт – он по жизни. Я точно не ошибусь, если скажу, что вы самый экстравагантный президент Федерации спортивной в Харьковской области. Вот с какой картины началась эта галерея? На плече пантеру набил. Маленькую. Тогда это был 2000 год. Татуировки были признаком чего-то нехорошего. Они ассоциировались с криминальным миром и так далее. Ну, и было большое желание сделать себе татуировку. Я ее сделал. Буквально через год я ее уже переделал на другую. А дальше началась болезнь чистого тела. Она начинается у любого человека, кто увлекается татуировкой. То есть идет сначала точка, потом тире, а потом по всему телу точка-тире.
Я какие-то вехи своей жизни отображал определенным рисунком. В возрасте 35 лет я открыл для себя Сергея Александровича Есенина и сделал татуировку Есенину. И до сих пор это мой единственный любимый поэт. Мало того, после нанесения татуировки, ну, 90% его творчества я выучил наизусть. Легче пошло? Ну да, да. Особенно пошло после просмотра фильма Сергея Есенина. Пошли осложнения, я заболел бронхиальной астмой. Ну и родителям сказали, что ребенка надо отдать в спорт. На тот момент показывали футбол, хоккей и гимнастику. Ну, родители посмотрели, решили, что гимнасты здоровые ребята. К нам в школу, тогда по школам ходил набор. Пришла Галина Степановна Ширяева, Александр Генрихович Спалвис. Ну и со 100 детей нас набрали человек 20. Ну и первый год проходили в общеобразовательной в своей школе в 145-й, ну а потом нам сделали спорткласс в 132-й школе, ну и потом спортинтернат. Чемпион Укрсовета «Динамо». Призер чемпионата Украины на снарядах. Ну, скажем так, в те времена, когда мы тренировались, только в Харькове мастеров спорта одновременно было, ну, порядка 12-15 человек. То есть во время построения на утренней зарядке в спортинтернате на ковре пребывало порядка 45 человек. Конкуренция была бешеная? Даже на уровне Харькова была бешеная. В Советском Союзе спорт – это была машина, которая перемалывала всех. И, ну, единицы становились чемпионами, было очень много достойных ребят, которым просто не повезло. Кто-то ломал спину, кто-то рвал ноги, руки и так далее. Мне не повезло, но меня ударило по спине. Поэтому пришлось заканчивать. Мало того, это был 92-й год, распад Советского Союза. Самое главное, в тот момент произошел отток тренерских кадров из Харькова. Ну и итогом всех этих ругательств и всего остального стало то, что все гимнасты, ну это и гимнасты, и спортивная акробатика, и батутисты, и прыгуны на акробатической дорожке, мы решили сделать свою объединенную федерацию, из которой убрать всех директоров спортивных школ, всех государственных спортивных чиновников, для того, чтобы, ну, как бы иметь свой профсоюз, отстаивать свои права, и никто нас всякими шорами не пытался держать в узде. То есть, ну, нам, если что-то не нравится, мы идем и честно, открыто это говорим. Нас за это не любят.
институт. Попутно для меня это было открытием. Я даже не представлял, я считал студенческий спорт это чем-то таким закулисным. Но когда здесь начали работать, потихоньку нас начали привлекать к тренировке студентов педуниверситета. Появились очень хорошие ребята, первый, второй курс. И за 2-3 года мы сделали из них, ну, скажем так, хороших, добротных спортсменов. Мотивирует, наверное, то чувство счастья, которое тебя одолевает после окончания тренировки. Когда, вот как сегодня в зале, плюс 40, когда жарко, когда свои дела, когда не то самочувствие, но ты знаешь, что надо прийти и отработать свою тренировку. И вот, наверное, тот момент, когда ты стоишь после тренировки в душе, вот он объясняет, наверное, все те тяготы и лишения, которые приходится преодолевать. Дві представниці жіночої збірної України з футболу потрапили в десятку кращих гравчин світу за версією порталу «Футбол Фемінініо Альтернативо». За підсумками голосування в десятку кращих потрапили півзахисники української національної команди Ольга Авдійчук і Дарина Апанащенка, кар'єра яких пов'язана з Харковом. Авдійчук наразі виступає за мадридське «Атлетико» і посіла сьому сходинку в рейтингу. Гравчиня харківського житлобуду Адина Панащенко розташувалася на восьмому місці. Перемогла Барбара Банда, яка виступає за збірну Замбії і китайський клуб «Шанхай Шенлі». На платформі Chess.com відбувся другий етап гран-при Міжнародної федерації шахів з Бліцу. Харків'янка Анна Ошеніна, як і минулого тижня, дісталась фіналу, причому у чвертьфіналі здолала титуловану китаянку Хоу Іфань з рахунком 6,5 на 4,5. На наступній стадії Ошеніна пройшла індійку Сарасадат Хадеймельшаріх 5 на 2,5 і лише у головному двобої поступилась. Перша частина матчів проходила з контролем часу 5 хвилин на партію плюс додавання однієї секунди після кожного ходу, друга відбувалася за схемою 3 плюс 1, третя 1 плюс 1. Перепустку у головний турнір серії Ушеніна здобула як переможниця першого етапу. У Кам'янському стартував чемпіонат України з картингу. Харківську область представляла стайня лідер, у тому числі у найпрестижнішому міжнародному класі KZ-2. Зі 125 кубіків двигуна вичавлюється близько 50 кінських сил, а швидкість напрямий перевалює за позначку 150 км на годину. Впевнено провів гонку і тому став переможцем першого етапу харків'янин Олександр Дерюга. Четверте місце посів його одноклубник Андрій Одиниця. Тим часом у Харкові на спортивній трасі картодрому «Лідер» відбулись перші етапи чемпіонату міста з хобі-карту серед аматорів. У запеклій боротьбі перше місце посів Сергій Бурим. Світ гімнастики не обмежується класичним гімнастичним многоборьям. Видів гімнастики дуже багато і вони досить різноманітні. Отже, з цього гімнастичного залу спорткомплексу імені Юрія Паяркова педагогічного університету ми прямуємо до іншої зали спортивної школи «Комунар». I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Карантин всех затронул, и в том числе и нас, как спортсменов. Уделили много времени инвентарю, то есть провели регламент всех снарядов спортивных. Вот это основное было. И стараемся удержать форму хотя бы на 50%. Чтобы в августе, если будет лучше,
ситуация с коронавирусом, чтобы уже начинать, потому что в сентябре соревнования 50 на 50 будут, не будут, но надо быть готовыми. Поэтому форму поддерживаем, сейчас много тренажерной подготовки. Дистанционно как занимались? Или... Занимались дистанционно, но в основном это была общая физическая подготовка. Потому что акробатика травмоопасна, дома нельзя, поэтому подкачка, ОФП. На карантине каждый день тренер отправлял по вайберу подкачку, и мы всей командой ее выполняли, каждый у себя дома. Было желание все элементы вспомнить и выучить новые. Старые как вспомнил? Спустя месяц где-то так. Еще не полностью все элементы вспомнил на дорожке, а на батуте все. Все остальные участники следующих соревнований тоже учат новые элементы, и мне нужно научиться гораздо большего, чтобы выиграть их. На дорожке прыгать намного сложнее, чем на батуте. На батуте не так страшно, ты прыгаешь вначале на батуте, на лонже, с тренером вместе, потом переходишь на лонже на дорожке, после лонже на дорожке прыгаешь вместе с тренером, а потом уже только сама. Сколько времени занимает вот процесс разучивания нового элемента? Где-то около года, может, смотря насколько будешь сильно трудиться. Летом намного легче тренироваться, потому что нет школы, меньше устаешь. Больше сил тратишь на тренировки. Когда тренировки были по два раза в день, намного быстрее все учили. Мы где-то за месяц выучили все комбинации. Это было за месяц до соревнований в прошлом году, в июне. После карантина, конечно, стало намного тяжелее тренироваться, потому что все забыли, мышцы немного ослабли, и вообще стало тяжелее тренироваться. Но сейчас будем нагонять форму. Когда пошли уже более-менее сложные элементы, мне нравится учить. И вот это чувство, когда ты летишь, это прикольно, очень довольна. В парке на аттракционе то же самое или по-другому? Другое, оно какое-то, может быть, похоже, но то, что там... Вообще, там другая техника, в общем, веревки другие какие-то, а тут ты сам все делаешь, это намного, чувство сильнее, что ты можешь это сделать сам, а не тебя кто-то поддерживает. Цвет спорта – прыжки на батуте, поэтому у нас используется и батут, как подводящие подготовки к прыжкам. Потому сейчас мы мини-трамп пытаемся оживить, вот можно посмотреть. Новые элементы учим на батуте. Потому что здесь выше, и детям легче попробовать этот элемент. И постепенно, когда физика появляется, высота, мы уже вставляем в акробатическую дорожку. Потому что на дорожке толчок резче, получается амплитуда снаряда маленькая, и нужно готовиться к этому. Вольный прыжок, я всегда хорошо прыгал. В советское время... Единственный зал, где практиковались прыжки на акробатической дорожке, это был КТЗ «Гард». Мы туда не попадали на тренировки, скажем так. А есть ощущение такой некой недореализованности? Если бы была возможность, может быть, бы реализовал себя вот и в этом виде? Есть. Единственное, что все-таки гимнастика – это многоборье, и у нас у самих 6 снарядов, и отвлекаться уже не получается. Хотя в истории гимнастики был случай, когда самый известный гимнаст мира Виталий Щерба, который стал 6-кратным олимпийским чемпионом в 92-м году, ему акробатику ставили его родители. Они мастера спорта международного класса по прыжкам на акробатической дорожке, поэтому вольные Виталия Щерба существенно отличались от вольных упражнений любого гимнаста. Что заставляет каждый раз на протяжении 11 лет приходить на тренировку и что-то делать и расти над собой? Где этот магнит приблизительно находится? В каком районе? Здесь и находится. Каждый раз учишь новый элемент, и каждый раз, когда прыгаешь его первый раз, все становится более как-то хотеться сюда приходить, каждый раз больше работать, конечно, не всегда прям, иногда хочется там бросить, но это бывает очень редко, потому что там что-то не получается, но потом, когда это начинает получаться намного лучше, хочется все больше и больше тренироваться. А ты тяжело переживаешь вот эти моменты, когда хочется бросить, не получается? Но это бывает недолго. Чем ты себя выводишь из этого состояния? Что себе говоришь? Или, может, что-то делаешь такое, что... Я смогу прыгнуть, я смогу сделать это. В итоге получается, и все. Недавно я начала учить элемент «Вас двумя». Я не понимала, как его сделать. Я просто... Вот мне тренер сказал, ты попробуй просто, рискни. Я, не думая, просто сделаю. У меня получилось просто рефлексом. А сейчас уже, в голове, ты понимаешь, как это делать, и просто надо чувствовать. А от этого не тяжелее становится, когда вот первый раз еще не знаешь, что делаешь, ты не боишься, да? А потом страх появляется, когда осознаешь, что ты делаешь.
Может, да, может быть, если ты там сделал этот элемент и там что-то пошло не так, то ты можешь начать бояться, но нужно просто перебороть. А как, с помощью чего ты перебарываешь страх? Я начинаю прыгать более-менее легко, и потом чуть-чуть легче, и потом делаю этот элемент снова. Прыгать на нем классно. А чем вот мини-трамп лучше батута, скажем? Они, в принципе, ничем не отличаются. Только на батуте можно сделать очень большую комбинацию, а на мини-трампе только два элемента. Сейчас мы мини-трамп пытаемся оживить, вот можно посмотреть. Это, конечно, он не стандартный, но будет работать, и дети будут осваивать дисциплину мини-трампа. Будем просить у руководства областного спорткомитета вставить эту дисциплину на следующий год в областной план. И по результатам проведения чемпионата области будем ехать в Украинскую Федерацию и настаивать на том, чтобы в Украине начинался развиваться этот вид спорта. Потому что, приезжая на чемпионаты мира по батуту, а прыжки на акробатической дорожке являются дисциплиной этого вида спорта, мы все равно не можем занимать командные места, потому что батут состоит из трех видов соревнований. Это мини-трамп, это прыжки на батуте и это прыжки на акробатической дорожке. Поэтому зачет идет по трем дисциплинам. В командном зачете, да. Поэтому Украины, пока мы не начнем развивать, шансов чего-либо добиться в командных соревнованиях нет. И это при том, что наши батутисты ведущие в мире. Я пробовал первый элемент полвинта вперед, а второй элемент двойной. Больше я ничего не пробовал, потому что он у нас сломанный. И не разрешали, потому что нету зоны безопасности, нету ничего, ни чехлов, ничего. Он весь поломанный. А если был бы новый, бы что-то посложнее мог бы сделать? Да. На цьому все. Дякую за увагу і нагадую, що спорт – це єдина людська царина, в якій результат творчої роботи видно наочно у цифровому вигляді. Побачимось!